Всем добрый день, здравствуйте. Как вы, наверное, помните, в феврале месяце состоялась моя выставка в одном из местных кафе. Ну, слово «выставка» — это очень громко сказано. Просто я договорилась с хозяином местного социального кафе повесить мои картины на стены. И у меня уже было видео об этом кафе, вернее, о девушке, о нашей русской девушке, которая играет на пианино в обеденный перерыв именно вот в этом кафе. И вы уже с ним знакомы, вы видели обстановку, чайнички на потолке и слушали прекрасную музыку. К этой выставке, буду называть ее так, я написала несколько новых картин, и две из них вы сейчас только что видели. Это два морских пейзажа, а остальные я вам сейчас покажу. Вот эти пионовые розы вы уже видели, и мы даже их пообсуждали. Сейчас показываю не свои работы. Оказывается, в этом кафе уже висели чьи-то картины. И вообще, мне отдали только часть помещения. А это уже мои тюльпаны. И мне кажется, вы их уже видели. Дальше висит еще один двуптих, это так называемые маки. А вообще, на мой взгляд, стены здесь немного перегружены. Вы видите и зеркало, и полочки, и бутылочки, и чайники, и под потолком висят чайники. Все отвлекает внимание от картин. Но эта смородина, наверное, уже тоже вам знакома в рамочке. Я взяла ее у мамы и написала, что она не для продажи. Хотя, конечно, соглашусь, что и чайнички, и посуда различная, и полочки придают особую уникальность этому заведению. И мне кажется, что мы с мужем сделали все самое лучшее и возможное, чтобы как-то повыгоднее и получше показать мои работы. И я пыталась отсортировать свои картины по размеру, по сюжетам, но как-то у меня это не особо хорошо получилось. Тем не менее, вот на этой стене идет такой цветочный ряд, и внизу, вот вы видите сейчас, такое трио я написала. Причем не думала и не ожидала, что это будут три картины. Сначала написала ту, которая в середине, а немного поразмыслив, решила добавить еще две. И получился немного такой философский вариант. И наверху пошла цветочная тема, вы уже видели розы, тут маки и вот какой-то такой одиночный непонятный цветик-семицветик. Слева зимний пейзаж, его как раз и купили. Купили еще одну картину, которую я писала для этой же выставки, но она сюда, к сожалению, не уместилась. Ну вот, собственно, и вся выставка. Буду рада любым вашим комментариям. Всем до свидания!